Здесь полностью осуществляется лечебно-диагностические мероприятия, то есть оказывается первая неотложная помощь и осуществляются дополнительные диагностические мероприятия. Депутаты областного маслихата в составе рабочей группы посетили медицинские учреждения города Темиртау. Основная цель – знакомиться с состоянием медицинских объектов и собрать накопившиеся вопросы для дальнейшего рассмотрения их на областной сессии. У каждого учреждения, поликлиники, больницы есть свои накопившиеся вопросы, системные проблемы, которые нужно решать в рамках того, чтобы жители получали свои услуги медицинские. Посетили депутаты и центральную больницу города Темиртау. Представлена больница многопрофильным стационаром мощностью около 300 коек и круглосуточным травматологическим пунктом. Фактическая численность работающих составляет 547 человек. Наша рабочая группа провела ряд встреч, посетили несколько поликлиник, и сегодня уже как заключение сегодняшнего дня посетили городскую больницу нашу, пятиэтажку, как говорится, в простонародье. Вот. Директор Самат Егенбаевич нам четко, конкретно объяснил перспективы, текущие вопросы, озвучил пожелания, так и проблемы, которые надо решать для улучшения работы системы здравоохранения по городу Темиртау. И также были нацелены планы на следующие дни работы нашей группы. Как подчеркивают народные избранники, все поступившие предложения будут систематизированы и направлены на рассмотрение. Юлия Исланова, Игорь Евстигнеев, новости Темиртау.